Эта красавица-блондинка была популярна в далеких 90-х. Юлия Бордовских вела спортивные новости на НТВ, но потом вдруг пропала с экранов. Как она изменилась за эти годы и как выглядит в свои 52? Чем занимается сейчас? Почему вернулась из Америки в Россию и теперь называет себя абсолютно новой Юлей? Об этом и многом другом вам расскажет канал «Истории со всего света». Умница, спортсменка, красавица – все это про нее, Юлию Бордовских. Она с детства занималась спортом и окончила школу Олимпийского резерва. У нее была бурная молодость. Она училась на факультете журналистики МГУ, играла в баскетбол, работала ведущей новостей на радиостанции «Максимум». В середине 90-х ее позвал на работу в программу «Намедни» Леонид Парфенов. Но уже через месяц она перешла в спортивную службу новостей на НТВ, и благодаря этому прославилась на всю страну. Но спустя 7 лет ей пришлось уволиться вместе с другими журналистами из-за смены руководства на канале. На российском телевидении она работала вплоть до 2010 года, а потом исчезла с экранов навсегда. Юлия покинула не только телеэфир, но и страну. В Москве бывшая ведущая стала испытывать серьезный кризис. Она устала от постоянной работы и редко виделась с семьей. Из-за навалившихся проблем стала хуже себя чувствовать. Несколько лет Бордовских прожила в Майами вместе с мужем и детьми. Она поселилась в роскошных апартаментах в небоскребе с видом на океан. Там набралась душевных сил и даже получила новую профессию. Теперь она работает в области фитнеса и здорового образа жизни. Саму себя Юлия называет «healthy coach». Она помогает клиентам сбросить вес и перейти на правильное питание. У этой блондинки и правда есть чему поучиться. Юлии Бордовских сегодня 52 года, а выглядит она, возможно, даже лучше, чем на пике карьеры. У нее все такая же подтянутая стройная фигура и молодое лицо. Бывшая ведущая уверяет, что никогда не делала пластических операций, но при этом совсем не исключает, что однажды может обратиться к хирургам, если вдруг перестанет нравиться себе. Она эффектно выглядит в свои 50 с лишним лет. Неудивительно, что недавно ей поступило предложение поработать моделью. Она согласилась порекламировать бренд одежды и, похоже, очень счастлива, что получила такой опыт. А в прошлом году в ее жизни произошло еще одно большое изменение. Юлия решила вернуться на родину, в Москву. Жизнь в Майами ей наскучила. К тому же там стало небезопасно. Из-за приезжих растет преступность, да и комьюнити давно уже не то. Юлия перебралась в центр российской столицы и занимается любимым делом теперь здесь. В свои 52 года она чувствует себя прекрасной, как никогда. Ее дети уже выросли, дочери 22 года, сыну 14. С мужем Юлия Бордовских развелась несколько лет назад и совсем не скрывает, что теперь у нее есть молодой любовник. Бывшая ведущая обрела полную гармонию в жизни, а о том, чтобы вернуться в журналистику, даже не думает. Ведь золотая эпоха российского телевидения давно ушла. Было интересно? Тогда подпишись и поставь лайк.